Таблетки «Мемантине», производимые «Гриндекс» для пациентов с болезнью Альцгеймера, в Литве стоят в 6 раз дешевле, а в Эстонии почти в 2 раза дешевле, чем в Латвии. Ситуация в том, что в Литве и Эстонии этот препарат компенсирует государство, а в Латвии нет. Поэтому вместо 5 евро 68 центов, как в Литве, в Латвии приходится за него платить 30 евро 46 центов.